Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья. Вот, наверное, это последний обзор орхидей в этом году. Я зашла в долину роз, сказали, подвезли что-то новенькое. Вот, сразу вижу красавицу Sunset Love. Я уже приобрела ее в этом году, правда, в другом садовом центре. Здесь она стоит 800 рублей, но тут же на следующий день объявили на все цветы растения такая предновогодняя скидка 20%. То есть, конечно, она уже сейчас будет стоить дешевле. Ну, примерно так, как я ее купила. Очень мне нравится эта орхидея, я ее купила, даже не раздумывая. Я считаю, что орхидея ароматная, но пока аромата я не ощутила, но говорят, она пахнет, когда цветет уже домашним цветением. Много-много всего привезли. Вот стоят еще орхидеи с прошлого завоза. Очень интересная вот эта красавица. Конечно, если бы она была дешевле, я бы ее тоже купила, но пока даже со скидкой 20% цена будет не маленькая. Dream Diamond, красавец, алмаз, бриллиант, вот как хотите, вон, видите, 1900, но все равно где-то 1600 выйдет со скидкой, но мне кажется, дороговато. Вот эту орхидею мне все написали, что это один из вариантов цветения Бернадетта, сорт такой, будем запоминать. Вот здесь тоже вот очень красивая, интересная орхидея, но тоже дороговатая. На следующий год, если останутся, возможно, на них будут большие скидки и, может, какую-то я приобрету. Смотрите, море-море разных цветов. Вот эта упаковка, лицо аж вздрогнуло, когда увидела. Потом вот стоят вот такие белые беглибы, ну, вроде обычные беглибы. Вот просто, знаете, что меня удивило, что в каждом горшке посажены по две орхидеи. Не так, что вот материнское растение и детка. Не такие равнозначные две крупные орхидеи в каждом горшке. Странно, очень никогда такое не встречала. Ну, цена 1900, ну, в принципе, и цена как бы за две такие обычные орхидеи. Да, вот, еще даже вверх не подняли. Вот орхидея Sunset Love очень много привезли. Я думаю, их точно раскупят. Когда будет скидка, цена очень приемлемая, и орхидея очень красивая, и кусты очень пушистые. Приятный цвет, и вот этот мелкий краб. Я довольна покупкой, конечно. Море-море пуансетти. Я даже таких крупных и ярких и не видела. Очень удивительное растение. Раньше нам не возили, а вот сейчас и они есть. Вот на полу стоят, вот еще тоже их не подняли, вот самый вот крайний завоз. Мы не любим говорить последний, крайний, потому что еще много будет завозов. Вот, это вот новинка этого года. Эта орхидея приходит пока без названия, там с тестовым номером. Я вам ее уже показывала в садовом центре Агроопт. Здесь вот она стоит 1000 рублей, и теперь можно смело отнимать 20%, и цена будет очень даже хорошая. Рублей там за 850 можно ее приобрести. Вот кому она понравилась, пока их очень много, приходите, забирайте. Посмотрите, очень красивая. И цветок очень крупный, яркий. Красивый сорт. Как бы его потом ни назвали. Ну, для себя я ничего не выбрала, потому что если брать, я хочу чуть позже вот такого красавца. Остались еще цимбидиумы, шикарные кусты, по-моему, самого лучшего качества, что я встречала вот за все время походов по садовым центрам. Подожду, может быть, будет еще большая скидка на следующий год. Ну и, возможно, какой-нибудь цимбидиум я куплю. Ну, море лилий. Я вот смотрю на цветы сейчас в садовых центрах и думаю... Помните, из сказки отправили девочку в лес зимой за подснежниками, и мы удивлялись, вот что за глупость, какие подснежники зимой. А вот сейчас садоводы любые цветы выращивают в любое, как бы, неурочное для них время, и мы уже не удивляемся, то есть любая сказка, в конце концов, становится былью. Очень завораживает меня вот этот цимбидиум, такой нежно-розовый, с потрясающей губой. Но вернусь к фаленопсисам. Цимбидиумы я вам показывала.
Есть несколько пират Пикати. Вообще вот его не часто привозят. Он любимчик всех и, наверное, еще очень долго будет пользоваться популярностью. Тоже 900, отнимайте 20%. Очень даже хорошая цена. Ну, конечно, цветонос не пышный, но, ну, в принципе, соответствует цене. Купите этот сорт обязательно, вы не пожалеете. Он неимоверный красавчик и совсем неприхотливый. У меня есть пират Пикати, только бабочка. Что новенького ищу? Ищу глазами. Белые есть. Вот сейчас вот много привезли. Magic Art. Мне непривычно делать съемку утром. Это я в понедельник утром снимала. И солнце бьет из окна, я все ищу место, где орхидея будет, ну, показана более четко. Ну, красавчик. Его, конечно, тоже все знают. Посмотрите, столько ответвлений. Нормальные корневые листья. Вопросов не вызывает. 900 рублей и тоже отнимайте 20%. У кого нету этого сорта, поспешите. Ну, кустика 4 я здесь увидела. Красавец, конечно. Вроде все нормально. И с корневой, и с шейкой. Это вот только буквально завезли, поэтому еще все свежие. Вот она, Мария Тереза. Люблю я этот сорт. Хоть цветки не крупные, они, ну, такие яркие. И вот всегда такое пышное бывает цветение. Но правда, все время я в этот момент вспоминаю свою Марию Терезу, ну, которая у меня, ну, не растет, и все. Листья так и остались мелкими. Цветение хоть каждый год, но скудное. А здесь смотрю, цветов много и листья очень даже крупные. Что-то с моей Марией Терезой не то. Все время порываюсь купить вот такой крупный экземпляр, а потом думаю, нет, буду выхаживать свою. Может, какая-то болезнь скрытая. Хотя я уже и пересаживала ее, и чем только не опрыскивала, но буду наблюдать. Есть несколько попугайчиков. В моей коллекции их аж 2. Один целенаправленно покупала, потому что мне этот сорт очень нравится. А второй купила как уценку, не цветущий. Вот такой был сюрприз, когда она расцвела попугайчиком. Тоже вот такая цена. И не забывайте отнимать 20% скидки. Их обычно разбирают первыми, и до уценки они не остаются. Ну, вот так вот один год мне повезло. Ну, очень яркая орхидея, приятная. Коралловая есть тоже. Вот когда вот такая она свеженькая, она очень красивая. Вот, и сюда привезли, вот в долину роз, вот этих орхидей очень много. Очень такие пышные цветоносы. Я им еще любовалась вот в другом садовом центре, вам показывала в Агроопте. Искала вот название в интернете, ну, вот что-то похожее было на сорт Кира. Цена неплохая, если с учетом скидки выйдет рублей 600-650. Я даже подумывала, не взять ли ее себе. Я люблю такие расцветки и очень хорошие экземпляры. Потом все-таки не взяла. Приходите, забирайте, просто прелесть. Потом вот такая орхидея, ну, мне кажется, это травата. Очень похожа на сангри, но сангри губа там с белым посветлее, а здесь такая темненькая. Вот эта орхидея тоже во всех завозах сейчас есть. Она такого бледно-салатового или лимонового цвета. Но это заметно, если рядом поставить вот кипельно-белую орхидею. Очень нежная, интересная орхидея. Но если она, у вас нету дома белых орхидей, дома вы ее будете называть, наверное, все-таки белой. Приятная глазу, кто любит однотонный, 900 рублей стоит пока без скидки. Ну и есть вот такие белые с такой малиновой губой. Я люблю такие орхидеи. Правда, была одна такая, летом я ее подарила соседке. Ну, хоть хочется уже чего-то нового, а мест всегда мало. Есть вот такая одна, бледно-розовая, тоже очень красивая. Не крупный цветок, но очень нежная, приятная. Вообще порадовали. Вот
накануне Нового года завозы орхидеи во всех садовых центрах есть. Любые и подороже, и подешевле. Вот такая одна. Ну, мне кажется, это калейдоскоп. Точно, скорее всего, это калейдоскоп. Есть еще орхидея анка, тоже чем-то похожа на эту. Но вот это уже 1000 рублей. Но здесь, по-моему, 2 цветоноса. И еще столько ответвлений. Вот так выглядят корни и листики. И удивительно, везде грунт влажный. Ну, наверное, все-таки прохладно. Он просто не просох за время дороги. Ну, вот такая моя версия. Так, что там есть? Несколько кимоно. Лаймлайт. Красивая тоже орхидея. Опять пиратик. Вот кимоно. Была она у меня когда-то. Я помню, даже много-много лет назад мне на день рождения дали право выбора любую орхидею. Ну, не было такого богатства выбора, вот как сейчас. И вот из всех, вот 1000 рублей стоит, я выбрала, помню, кимоно. Несколько лет она у меня жила, но потом мне захотелось чего-то новенького, и я ее подарила. Вот такая очень красивая орхидея. Вот на фоне, вот смотрите, белый и желтый с одной губой, ну, расцветки. Вот эта орхидея очень похожа на, вот сейчас у меня распускается орхидея Лас Пальмас. Вот это очень яркая. Я все ищу такую, знаете, экспозицию для лучшего освещения, чтобы вам показать вот всю красоту, не исказить цвет. Красивая тоже, люблю я вот всякие вот темно-розовые, малиновые. Да я все люблю, честно говоря. Просто некоторые орхидеи уже приедаются глазу и хочется чего-то новенького. Хотя многие сорта остаются на долгие годы любимчиками. Когда я буду показывать свою коллекцию, я вам покажу своих любимчиков. Вот кимоно. Вот, встретила единственного вот в новом завозе биглиба. Но он очень нарядный, свежий, еще столько бутонов, 2 цветоноса. Красивый очень экземпляр. Вот сейчас на Новый год его, конечно, заберут. Ну, 1000 рублей и отнимайте скидки. Классный. Очень мне понравился. Что я его и так крутила. Но нет, не с целью купить, а с целью показать красоту его вам. Есть несколько вот черных полос. Black Stripe. Тоже есть такая орхидея у меня в коллекции. Расти цветонос. Вот эта яркая очень понравилась. Не знаю ее название. Кто знает, напишите. И вот эта орхидея. Ну, во всех садовых центрах. Вот сейчас ее привезли немного по 1-2 экземплярам. И все время я хочу понять, что же это за орхидея. Но пока никто не написал, как она называется, и я названия не встретила. Есть похожие, но все не то. Это Тропик Пикати. Красавчик нежный. Вон есть разные бело-розовые. А, это я уже вам показываю. Остатки прошлого завоза. Феррара. Там они идут уже с уценкой. Очень много каланхой. Целая поляна. Вот что-то немного покажу из старого завоза. Вот. Это, как мне написали, вариант цветения Бернадетты. Хотя для моего понимания Бернадетта, ну, совсем другой цветок. Ну, возможно, кто-то покупал, ну, подписанный горшочек и поэтому утверждает, что это так. Ну, поверю. Какие же яркие эти пуансетти. И они просто громадные. И очень их много, посмотрите. Как мимо пройти, не рассмотрев их. Кстати, в этом садовом центре тоже живут кареллы. И тоже я все время смотрю, не ладят. Это, наверное, характер у этих птиц такой. Не очень уживчивый. Или они любят, вот, знаете, быть любимчиками-одиночками. Чтобы все внимание доставалось только одному попугаю. И там волнистики есть. Рост тоже море.
Вот я же говорю, в любое время года любой цветок на ваше, лишь бы было ваше желание. Садовники вырастят и привезут. Смотрите, какая красота. Это маленькие бордюрные розочки. Они совсем недорогие. Так и хочется их купить. Их можно просто поставить на праздничный стол и любоваться. Всем пока!